В ноябре 2017 года около монументального ансамбля «Белый ангел» Славутича состоялась торжественная церемония открытия аллеи Сакур. По этому поводу в наш город приехал зам главы миссии, министр-советник посольства Японии в Украине Мичио Харада. Добрый день! Любые друзья! Я люблю Японию. Я люблю сакура. Я люблю Карина. Я люблю Украину. А Славутическая аллея Сакур стала символом дружбы украинского и японского народов, что пережили ядерное испытание. А в начале мая аллея зацвела. Интересная особенность – цветы сакуры имеют 5 лепестков, символизирующие 5 важных аспектов жизни – удачу, процветание, здоровье, радость и мир. Еще, говорят, если вы сфотографировались около сакур, то все эти 5 аспектов жизни обязательно в этом году к вам придут. Сакуры еще цветут.